самые активные стараются достичь максимального уровня адреналина. За последние несколько лет активисты открыли для себя новый вид экстремального спорта, название у которого «road jumping», что в переводе с английского языка означает «веревочные прыжки». Экстрим заключается в свободном контролируемом падении. Смельчаки совершают подобный прыжок с целью назвать себя экстремалами, опробовать нечто новое, а также испытать невероятные эмоции. Сегодня в нашем сюжете экстремальные прыжки, название которого «road jumping». Поехали! Роуджампинг требует хороших финансовых вложений, так как качественная страховка дорого стоит. О собственной безопасности необходимо помнить в первую очередь, ведь именно от снаряжения и расчета траектории зависит жизнь. Ни в коем случае в первый раз прыгать с вышки без разрешения опытного наставника нельзя. Необходимо внимательно слушать все настояния инструктора. Техники безопасности здесь продуманы настолько, что все системы дублируются, поэтому как бы именно наша база, она является уникальной в своем роде, и она абсолютно 100% безопасна. Отказать какому-либо элементу здесь невозможно. Плюс ко всему здесь всего не только два, где-то в некоторых самых сложных узлах и четыре веревки. На самом деле, если человек уже приехал сюда и именно уже был готов к тому, чтобы приехать на прыжок, значит, у него есть какие-то недоделанные эмоции, недоделанные дела, значит, ему это необходимо. Вот, потому что разгрузку такую разрядку и такого адреналина получить очень сложно где-либо на других местах. Поэтому человек, который уже решился, что он поедет сюда прыгать, он уже, у него есть настрой. А на самом мосту мы уже всегда поможем. Для полной подготовки одного человека необходимо 10 минут. Первым делом инструктор пристегивает один конец веревки к возвышенности. Карабином прикрепляет крюк к снаряжению. Проверяет экипировку, а затем экстремал отходит в сторону обрыва, прыгает веревку. Веревка расстегивается, и человек повисает. Те, кто совершает подобное, утверждают, что занимаясь роуджампингом, нужно жить сегодняшним днем. Какие эмоции вы испытали после прыжка? На самом деле, я всегда боялся высоты, и я ощутил невероятные эмоции, потому что, когда ты прыгаешь и смотришь вниз с мостика, ты как будто бы смотришь в глаза дьяволу. И мне очень понравилось, и, скорее всего, я приеду второй и третий раз. Команда редакции «Утро Лайф» не осталась на стороне и решила ощутить на себе свободное падение. Экстремальный спорт необходим для преодоления страхов и разгрузки ваших мыслей. Не бойтесь пробовать что-то новое и преодолевать свои барьеры. Всем до скорых встреч!